Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Эверви, где нам абсолютно без вложений при помощи социальных сетей дают зарабатывать денежку. Я недавно писала это видео. Как бы вот здесь выполнять задачи я вам показывала, да? Трафик на сайт, подписчики, Twitter, опять Twitter, TikTok, Telegram, YouTube, ВКонтакте, ну и все такое. Значит, и я вам в прошлом видео говорила, что здесь есть еще можно установить расширение. И я не могла его установить. В общем, знаете, недаром говорят, мир не без добрых людей. Мне парень ВКонтакте написал, он тоже YouTube-блогер. И посоветовал мне расширение вот такое вот, что при помощи вот этого расширения можно без проблем заходить в социальные сети, которые в России заблокированы. Вот. И оказалось, у меня есть это расширение, я просто о нем забыла, как обычно. А вот и вот это расширение. Я включила свое вот это расширение. И я вот в Инстаграм, в Твиттер, я все могу заходить как бы без проблем. Оно... Секундочку. Вот это вот расширение, оно... Можно закрыть как бы. И вот оно еще у меня, друзья, вот. Я все сделала как по видео показано. Значит, и вот Инстаграм, как бы здесь все на автомате. Твиттер, когда появляется задание, у меня также все загорается зелененьким. ТикТок. Ну, а этот у меня вообще, я как бы активировано, и что-то мне тут вообще не авторизовано. Хотя я авторизовалась, и у меня почему-то не показывает. Ну да ладно. Вот. И в день у меня на расширение выходит от 5 до 10 центов. Вот. Как-то так. И как бы доход начал быстрее как бы и расти. Довольно-таки неплохо. Также не забывайте... То, что вот еще можно как бы вручную работать. Я вот, мне больше подходит трафик на сайт. Я ставлю лайки YouTube, просмотры YouTube. Вот. Когда есть задание. И что здесь? Уважаемые пользователи Эверви, обращаем ваше внимание на то, что в соответствии с нашими правилами строго запрещается удалять из ваших социальных аккаунтов оплаченные подписки, лайки, репосты и так далее. Это может повлечь за собой штрафы и другие санкции при выводе средств. Так что ничего удалять нельзя. Ну и здесь также можно рекламировать. Например, я нажала трафик на сайт. У меня здесь немного рекламки. Есть, я показывала, как просматривать сайты. Также здесь можно давать рекламу, кликнуть, создать свой собственный сайт. И, пожалуйста, ссылочка на любой веб-сайт. Значит, вознаграждение за одно действие. Так. Ограничений, сколько действий в день. Также здесь вот ставите и ставите ограничение действий всего. Вот, и создать заказ. Также это можно делать Инстаграм, подписки, лайки. И все такое, трафик вот на сайт. Значит, Twitter, TikTok, канал Telegram, YouTube, просмотры, группы ВКонтакте, подписчики, ну и все такое. Также можно давать рекламку. Я давала рекламку, как бы, уже здесь, так как я пополняла тут на $1. И как-то в свое время я здесь рекламировала проекты. Вот. Так что устанавливайте
расширение и зарабатывать. Ну, а здесь вот мой доход идет. Вот у меня здесь 8 центов. Здесь 10 центов. Потом 5. 6. Ну, я сказала, от 5 до 10 центов. Как-то так вот у меня выходит. Тоже 6. Здесь у нас 8 центов. Так. Что-то у меня зависло опять. Что-то у меня опять зависло. Ну, что ты будешь делать? Так, вот здесь у меня тоже 8 центов. Здесь 2 цента. Это сегодня как бы. Еще у меня вот 2 цента идет. Да, 8 февраля. Вот он у меня включился. Расширение, видите, Инстаграм. И все. Тут буквально секунды какие-то. Можно закрыть. Вот. И здесь также можно перейти на ваш аккаунт Эверви. Как бы из самого расширения. Вот тут баланс показан. Все у меня включено. Работать оно мне абсолютно не мешает. Ну, вот его просто можно свернуть и все. Как бы доход идет. Ну, в принципе, на этом и все. Заходите абсолютно без вложений. Работайте, как бы выполняйте свои задачи. Кому что угодно здесь на любой вкус. Хотите все выполняйте, хотите выборочно, как я. Ну, естественно, на расширение это милое дело зарабатывать. Ну, и здесь у меня уже уровень пошел, как бы он быстрее идет. Это все на автомате. Всем удачи, больших заработков. Вывод. Наберу минималку. Естественно, я запишу видео по выводу. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Вот. До новых встреч.